Надо зайти просто на европейский сервер, ну, на единственный сейчас, универсальный, так скажем, и ввести game name GG, два восклицательных знака, все. А все получится. Даня говорит, распорядись, чтобы YouTube поднял. Распорядись. Сам распорядись. Деловой какой. Распорядись. А ну-ка, Михаил. Метнулся. Быстренько. Быстренько. Зашли. Нормально. Погнали. Тут людей-то серьезное количество. Самых разных, сильных. Так что собираемся. Распоряжаемся. Снова зеленый. Не дай бог. Сегодня дважды играл орками, дважды проиграл. Все остальные матчи более-менее. А вот с орками что-то... Может, я неправильно играю в хедхантеров. Может быть, надо как-то по-другому в них играть. Сложно сказать. Да ё-моё! Чего надо, хозяин? Сделаю! С удовольствием! Ладно. Респ лучше. Можно будет покрипиться. Лесопилку неправильно уже делаю. Готов вкалывать. Опять работа, да? Опять орки. Чего надо, хозяин? Чего надо? Но в прошлой игре были не только... Была не только раса, не очень. Там же еще и герои, вот это вот. Firelord, Blood Mage, это же... Это же худшие представители ФФ-шного мира. Это же недоразумение, а не герои ФФ. Готов вкалывать. Пинг 400, не у всех. Хорошо. Чего надо, хозяин? Готов вкалывать. Привет, Липсум. Мне кажется, что не надо уже этого рабочего делать. Так. Давай сразу алтарь. Сделаю. Чего хочешь? Работа сделана. Ладно, разберемся. Вроде на рабочего хватает. Комментирует антимайкер. Оттачиваем альтернативную. Выпали орки, комментируем от лица эльфов. Можно построить землянку. Элемент 1988 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ты ломаешь мне мозг. Миша, да. Скажи, пожалуйста, будут пожалуйста. Еще миссии Frostpunk? Я благодаря твоим стримам ее прошел. А, скорее только уже в... Мы же прошли Frostpunk и прошли эдоны все к Frostpunk, насколько мне известно. Ну и причем прошли... прошли хорошо. Типа там, не знаю, может даже без пауз какие-то были темы. Что точно было с без пауз. Кого убить? Чего надо, хозяин? Сделаю. Вот, ну я в целом очень чего доволен тем, что мы некоторые прям реально хорошие игры типа Frostpunk'а вместе с вами открываем, и вы... Что вот после... Ты же явно не пожалел. Куда такая пойдем? Превосходная игрушка. Чего хочешь? Ну, судя по комментарию, ты не пожалел. Кого убить? Кого работа сделана? А так только, наверное, продолжение. Чего? Да, второй чего Frostpunk в продакшене, не знаю, сколько времени это займет. Нам нужно но... больше золота. Отомстим за Зулджина. Нам нужно больше золота. Куда пойдем? Чего прикажешь? Я 100% буду во вторую часть играть. 100%. Так что... Чего? Да ё-моё, что-то вы серьезно? Это что такое вообще? Еще хуже. Там-то хоть Firelord был, блин. Первым, что крепится можно было. Не заставляй меня ждать. Какого лешего? Что это да за... Да будет так. Куда пойдем? Все, что пожелаем. И Шерадо.
Я устал от праздной болтовни. Не, ну это не... Где-то рядом. У тебя прозрение. Ой, блин, что ж ты делаешь? Мой народ. Сожгу дотла. И Шерадом. Не заставляй меня ждать. Чего? Не заставляй меня ждать. Кого убить? Зло где-то рядом. И Шерадо. Куда пойдем? Я устал от праздной болтовни. У тебя прозрение? Чего прикажешь? Да ладно, я пытался его обмануть. Андуфала. Я устал от праздной болтовни. Закей Талас. А шефа Балана. У тебя прозрение? Чего прикажешь? Зло где-то рядом. Блин, Бладмейдж, ну ёпрасы ты. Меня ждать. Проще простого. За что, блин, это меня? И Шерадо. Зло где-то отомстим рядом. За Золджина. Не заставляй меня ждать. Ой, я давай не будем толпиться, пожалуйста. Болтовни. У Спасибо. Тебя прозрение? Не заставляй меня Куда пойдем? Ждать. Короче, беда, это У не герой. У тебя прозрение? Враги сгорят в огне. Андуфала. Я устал. Ну вот это я удачно зашел. Болтовни. Зло где-то рядом. И там, соответственно, ор, которого, в принципе, можно и дозаливать, да, будет? Да будет так. За мой Флеймстрайком. Землянку, землянку. Нужно да построить землянку. Так. Зло где-то рядом. У тебя прозрение? За мой народ. Ай, зеленую точку попробуем забрать. Я устал от праздной болтовни. Ой. Я устал от праздной болтовни. Собрал мою зеленую гад. Шефа Балана. Проще простого. Андуфала. Зло где-то третьего нет. За Золджина. У тебя прозрение? Нам нужно больше золота. Чего хочешь? Да-да. С удовольствием. И Шерадо. Что делать? Не заставляй меня ждать. За мой народ. Соседа орка пытаться убивать. А шефа Балана. Я устал от праздника. А его и так убивают. У тебя прозрение. Зло где-то рядом. Сожгу дотла. И Шерадо. Не заставляй меня ждать. И Шерадо. Я устал от праздной болтовни. Не заставляй меня ждать. Угу. Чего надо, хозяин? У тебя прозрение. Сейчас посмотрим, какой будет второй герой. Исследование завершено. Где-то рядом. Это Шимида, ребят. Враги сгорят в огне. Не заставляй меня ждать. Чего? Я устал от праздной болтовни. Кого убить? Зло жду где-то рядом. Добрый, как говорится, день. У тебя прозрение? Куда пойдем? Чем могу болеть? И Шерадо. А это плохо. Не заставляй меня ждать. Блин. Проще простого. У тебя прозрение? Черт. Зло что? Где-то рядом. Кого убить? И Шерадо. Все, что пожелаешь. Я устал от праздной болтовни. Чего хочешь? Отомстим за Золджина. И Шерадо. Куда пойдем? Да жалко. Так. Я же мог его добить. Где-то рядом. Ладно, надеюсь, Кекс больше не придет. Но мне нужно добивать этого соседа, у него там ничего не осталось уже, можно же. И Таурен, с Таурином можно работать. За Золджина, за Золджина.
А шефа Балана. Меня улучшение завершено. Давай, перцы пошли. Я устал от праздной болтовни. У тебя прозрение? Чем могу полезен? Я устал от праздной болтовни. Жду приказаний. Не заставляй меня ждать. Приказаний. И Шерадон. Чем могу быть полезен? Зло где-то рядом. Нормально, КГ. Отлично. И Шерадон. То, что нужно. Я устал от праздной болтовни. Исследование завершено. Где-то рядом. Не заставляй меня ждать. Чем могу быть полезен? Вжали ставим базу. Третьего героя пока не беру. Жду приказания. Замажемся. Что прикажешь? Еще Бладмейдж может помогать Табурена. Я готов. Я превосходно. Превосходно. Нужно больше золота. Не заставляй меня ждать. Чем могу быть полезен? Два Маунтин Кинга — это опасно. Я готов. Зло где-то рядом. И рядом был кто? Человек, которого типа он пытался убить, и учитывая небольшое количество армии при этом, при всем. Мне кажется, что... Я устал от праздной. Я-то могу его добить. Чего? Не на того лезем. Я готов. Отвожу Бладмейджа, смотрим. Да будет так. Андофала. Кто здесь? Есть Барт. Причем зло. Вполне убивабельный Барт. Андофала. Вполне убивабельный. Работа сделана. Не заставляй. Потому что его можно сжечь, да, а берсеркеры могут его проще гипсов убить. Простого. Вот и все. Враги сгорят в огне. Приказаний. Куда пойдем? Пошел пора. Кого убрать? Чего прикажешь? Не заставляй. А, ну только ждать. Здесь еще один. У тебя прозрение. Я понял вас. И Шерадо. Что прикажешь? Будет исполнено. Немножко подольем Таурианам. Чем могу зло где-то рядом. Что мы будем делать? Чего хочешь? Зло где-то рядом. Готов и вкалывать. Шерадо. Я устал. Жду от праздной болтовни. Эльфы, не выключите свет. Хорошо. Балана. За мой народ. У тебя прозрение. Куда пойдем? Я готов. Не заставляй меня ждать. Отомстим. Не заставляй меня ждать. Так и сделаем. Сожгу дотла. У тебя прозрение. Жду приказаний. Я устал от праздной болтовни. За мой народ. На нашу базу набрали. Враги сгорят в огне. За Кейталас. На нас напали. И Шерадо. Проще простого. Зло где-то рядом. Андофала. И Шерадо. За Кейталас. Я устал от праздной болтовни. Да будет я так. Готов. Недостаточно маны. Зло где-то рядом. А шефа Балана. У тебя прозрение? Жду приказаний. Сожгу дотла. Неплохо мы тут. Давай так, давай Роллер так. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Кошка покровительственно положила лапу мне на голову, пока я в кресле сижу. Чё это значит? ПС, я наточил топор. Наточил. Враги сгорят в огне. Не заставляй меня ждать.
За мой народ. Блин, опять орк. Да будет так. Да я не могу справиться, мне довольно. Давай третьего героя закажем, выходим из лимита, что? Лечимся. Ну, надо убивать, конечно, эльфа как можно быстрее. Это... Для этого нам нужен таурен, нормально намазанный. Исследование завершено. Приказание. Восстановленный. Нам нужно больше золота. Нам нужно больше золота. Орку убить, отогнать как-то. И Шерадо, прикажешь. Не заставляй меня ждать. Кадой запасной. Я устал от празднования. Так, с какой стороны же мне подступиться здесь, чтобы и орка про... Я готов. Не заставляй меня ждать. Труп это мои, проще это. Проще простого. Андуфала. На нас напали! Работа сделана. Ой, ну ясно. Где-то рядом. У тебя прозрение. Еще так, маг. Работа сделана. Враги. Ну что ж вы делаете-то, а? Я устал от праздной болтовки. Могу быть полезен. Нам нужно больше золота. Я готов. Куда пойдем? Да вы что делаете-то, ребят? Зло. Где-то охренеть. Я устал от праздной болтовки. Нам нужно больше золота. У тебя прозрение. Что это такое вообще? Как так можно играть? Что один, что второй? Вы что делаете-то? Я устал от праздной болтовни. Нам нужно больше золота. За кейтапус. Что на этот раз? Зло где-то рядом. Исследование завершено. Шерадо. На нас напали. За мой народ. Чего хочешь? У тебя прозрение. Проще нам простого. Нужно больше золота. Что это такое? И Шерадо. Да будет так. Не заставляй меня ждать. У тебя прозрение. Что ты прикажешь? Отомстим за зло. Я устал от праздника. Я очень много нарастерял. Зло где-то рядом. Да будет так. Там эльф дефается, орк приходит постоянно, его прикрывает. Вообще он его не бьет. У тебя прозрение. Это я как? Не заставляй меня ждать. Отомстим за зло. Зло где-то рядом. Куда пойдем? И Шерадо. Чем могу болеть? Да, я устал от праздной болтовни. Я устал от праздной болтовни. И Шерадо. Приказать. У тебя прозрение. Не заставляй меня ждать. Требуется моя помощь. Ну, я очень сильно торможу. Где-то рядом. У тебя прозрение. Что это такое? Вот это вот что такое? Зло где-то рядом. Что прекрасный тимплей. Не заставляй меня ждать. Так, ладно, соберись. А, мейн без добычи. Я думаю, чё так... Забыл. И Шерадо. Думаю, чё так мало, блин? Что болтовни. Превосходный план. Не заставляй меня ждать. И он его не бьет? Простого. Он его не бьет. Шефа Балана. На нас напали! Говори быстрее. Я готов. Он его не бьет. Где-то рядом. Что на этот У раз? У тебя прозрение. Так, что я могу сделать? Я устал от болтовни. Да будет так. По праву закорождённость. Требуется моя Шерадо. Наш герой убит. Я устал от праздной болтовни. Отомстим за Солджина. Где-то рядом. Готов а шефа Балана. Приказание. Кого убить? Недоволю тебя прозрение. Ладно. Ты Шерадо. Не заставляй меня ждать. Чем зло где-то болезнь? Рядом. Андофала. Я готов. И Шерадо. Вождь. Проще простого. Жду за мой народ. У
тебя прозрение? Чем не заставляй меня ждать. Я устал от праздной болтовни. За мой народ. Что? У тебя прозрение? Жду приказаний. Я устал от праздной болтовни. Не заставляй меня ждать. Зло где-то рядом. Гроллер, хорош подсказываешь. Что? Зло где-то рядом. Ашефа Балана. Андуфала. У меня Дрейн чуть ли не по КД идет, а он что-то рассказывает. Не отвлекай. И поважнее. Проще просто. Я не знаю, что делать. Надо. Да надо давить, а. Так. Ага, вот, хорошо. Проще просто. Отомстим за Зогода. Не заставляй меня ждать. Ашефа Балана. Приказание. Да будет так. Андуфала. Чего прикажешь? Я устал от праздной болтовни. Не заставляй меня ждать. Да, и Шерадо. За мой народ. Чем? Я устал. Зачем? Болтовни. А, и Орди прилетает. У тебя прозрение? А это, я не пойму, а зачем они так делают? Да будет так. Что за тимплей такое? На нас напали! Зло. Что? Где-то рядом. Ну, то есть, прозрение? Орк поставил мейн, не убивал эльфа, только помогал ему. Вместо того, чтобы батками там убивать как-то его, он залетает через него на меня. Рядом. Что, ну, в общем, у нас, чем больше ноунеймов, тем больше тиммеров получается. Да какой... Что это было такое? Не заставляй меня ждать. У тебя прозрение? Проще простого. Надо запомнить никнеймы. Зло где-то рядом. За Кейталас. Достаточно маны. Я готов. Я устал от праздной болтовни. И Шерадо. Что я делаю? И Шерадо. За зло где-то рядом. Жду. Я устал от праздной болтовни. Чего надо? Не заставляй меня ждать. Надо ставить. Да нет у меня ресурсов, я в этой игре, скорее всего, не смогу выиграть. Ашефа Балана. Зло где-то рядом. Я устал от праздной болтовни. Кого убить? Все, что жду приказаний. У тебя прозрение? Не заставляй меня ждать. Чего ты хочешь? Я устал от праздной болтовни. Чем могу? У тебя прозрение? Что? Зло где-то рядом. Куда пойдем? Не заставляй меня ждать. Наш герой будет. Чего? И Шерадо. У тебя прозрение? Андуфала. Тебе нужна моя помощь? Чего прикажешь? Жду приказа. Не заставляй меня ждать. Нам нужно зло больше золота. Где-то рядом. Болезнь. Я устал от праздной болтовни. Я готов. Я устал от праздной болтовни. На нас напали! Не заставляй меня ждать. У тебя прозрение? Что? Прикажешь? Отомстим за солнце. Где-то рядом. Что? Проще простого. Ну куда ты? Ну я сам тут не доконтролирую, конечно. Ашефа Балана. У меня есть дела поважнее. У тебя прозрение? Чем могу быть полезен? И Шерадо. Я устал от праздной болтовни. Андуфала. Кого не на того заставляй меня ждать? Требуется моя помощь? Зло где-то рядом. За Золджина. Я готов. Недостаточно. Не заставляй меня ждать. Зло где-то рядом. А, вот, наконец пришел.
Ешерадо. Будет исполнено. У тебя прозрение? Жду. Я устал от праздной болтовни. Я готов. Да будет так. За мой народ. Зло где-то рядом. Чему хочешь? Что? Орк следующим на очереди будет. Чем тебе прозрение? Я устал от праздной болтовни. Зло где-то рядом. Так, хорошо. Что нужно делать? Нужно взять телепорт, отличиться, добить... Ага, убить этого. Хорошо. Телепорт, лечение. Идем сюда. Оставить здесь чуть-чуть. Проще простого. Берсеркеров. Не заставляй меня ждать. Дождаться ВДМ. От праздной болтовни. Если всосать ману, убрать этого. Ишерадо. Так и сделай. Таурена подставить, чтобы он просто экспу получал. За мой народ. Что? Ага. Отомстим за Солнцена. Остинго! Куда пойдем? Чего прикажешь? Чего? Куда пойдем? Ладно. Хватит. Кого убить? Жду. У тебя чего ты хочешь? Зло. Говори быстрее. Так, хилвард есть. Хорошо, хилвард, телепорт. Здесь более-менее прикрыто. Чего ты хочешь? Пойду поставлю вардик здесь. Где-то рядом. А, еще берсы. Я готов. Пошли к нему. Корку. Он будет летать все равно батками. Ага, рядышком кекс. Пришел что-то зачем-то. Пришел, отошел. Причем Орди довольно слабенький. Я устал от праздной болтовни. Куда будет так? Куда пойдем? Чего ты хочешь? Я готов. Да, зачем? Где-то рядом. У тебя прозрение. Ишерадо. Что? Я устал от праздной болтовни. Ну, убили у него мага. Ой, в смысле, архмага. Фу, блин. Маунтин Кинга. Тебе нужна моя помощь. Ну и вышки снесли, понятное дело. Потеряли одного мага. Поубивали еще несколько юнитов. Пока что оставлю баток здесь. Все, будем сейчас здесь дальше его пытаться убивать. Да, заказываем шаманов. Кадо я забыл. Зло. Где-то рядом. Тебе нужна моя помощь? Тебя прозрение? Я устал от праздной болтовни. Больше золота. Чего надо, хозяин? Зло где-то рядом. Шефа Балана. У тебя прозрение? Все, что пришло. Неужели успеет? Не успел. Очень жаль. Очень жаль, что чуть-чуть не хватило. Чего хочешь? Я устал от праздной болтовни. Заставляй меня ждать. За мой народ. Приказаний. Проще простого. Чем Ишерадо. Говори быстрее. Надо оставить немножко юнитов здесь. Нам хватит армии для того, чтобы справиться с... У тебя прозрение. Немножко перебор по рабам, но будем его добивать. Пытаться добивать. Чего? Я устал от праздной болтовни. Что? Не заставляй меня ждать. Чем могу? Зло где-то рядом. Хороший выбор. Ишерадо. Чем могу служить? Тебя прозрение. Он не очень тут правильно действует. Андофала. Кого убить?
устал от праздной болтовни. Зло. Говори быстрее. Где ты? Чего прикажешь? Так и сделаю. Я готов. Что на этот раз? Шерадо. ГГ, thanks for the game. Хорошо. Далее из шкатулки ставим базу. У тебя прозрение. Что на этот раз? Меня ждать. Да? Да, вождь. И Шерадо. Требуется. А лучше из двух шкатулок ставим базу. Делаем Bloodlust. Да. Заказываем я так. Устал от праздной говори болтовни. Быстрее. Покупаем телепорт. Меня ждать. Будет сделано. Будет сделано. Расставляем 4 варда. Что на этот раз? Чтобы понять, что про соседей. Чего хочешь? У тебя прозрение. Покупаем телепорт. Чего хочешь? Не заставляй меня ждать. Ё-моё, тут оказывается еще не все добито. На нас напали! Так, Дед Маус. Ну бьет ведь. Жалко. Зло. Это очень хороший. От праздной болтовни. Да. Так, телепорт не взял. И это хороший следующий враг. Блин, и здесь не закреплено, что? Все воюют, видимо. Все заняты. Да будет так. Но я хочу сюда прибежать. Не заставляй меня ждать. Да-да-да, надо сюда вписываться. Хорошо, то есть у нас... Исследование завершено. У тебя база раз, база два. Дед Маус выходит. Где-то рядом. Болезнь. И Шерадо. Готов вкалывать. Не заставляй меня ждать. Что? Погнали. Враги сгорят в огне. Жду приказаний. Говори быстрее. Я устал от праздной болезни. Пора тебя прозрение. Чем могу помочь? Там крест? Нет, крест. Где-то рядом. Что? Так, давай сразу на него, если он здесь. Надо сейчас по макро восстанавливаться. Да. У тебя прозрение. Будет сделано. Я готов. Да будет так. Да, вождь. Чем я устал? Прозрение моя помощь. Я готов. Чем могу помочь? Не заставляй меня ждать. Да. Куда пойдем? Что? Приступай. Зло где-то рядом. Дам. Да. Я устал от праздной болтовни. Я готов. У тебя праздник. Говори быстрее. Сожгу до зла. Что на этот раз? Что? Чем могу помочь? Зло. Требуется моя помощь. Чем? Не требуется моя помощь. Жду приказания. Зло. Достаточно приказания. Жду приказания. Чем могу помочь? Так. Не заставляй. Что? Я устал от разной болтовни. Превосходно. Чем могу помочь? Хорошо. ТП, ГГ. Так, теперь внимательно. ГГ. Теперь внимательно смотрим. Кекс наверху с этими. Я бы построил сразу... Я бы сюда пошел. Поставил бы базу. Восстановился бы. Земля отлично идет. Земля, Стомп, Флеймстрайк. Кастеры хорошо под Архмага тоже заходят. То есть, в целом, благодаря исключительно Таурену, получается такая неплохая... Давай в центр и закупиться. Так, зачищенный это кекс ставит, да? Кекс. Шерадо. Зло. Где-то рядом.
могу быть полезен. На нас напали! Я устал от праздной болтовни. Чего надо, хозяин? У тебя прозрение? Говори быстрее. Зло где-то рядом. Вызывали? Или он в центр, крепимся здесь. Не заставляй меня ждать. Я не успею. На нас напали с удовольствием. Я устал от праздной болтовни. Архмага здесь ставлю вперед. Чтобы он смог получить опыт. Чего хочешь? Да. И в центр. В центре нам нужны предметы в первую очередь для табурена. Там есть прекрасные предметы для табурена. И блингдагер. И короны королей. Дальше необходимо посмотреть, кому идти. У тебя прозрение? Тебе нужна моя помощь? Я устал от праздной болтовни. Андет, ты живой. Написал ГГ и не ливнул. А здесь Хайн, 737. Зло где-то рядом. На нас напали! Хороший выбор. Работа сделана. Хорошо. Да? Что прикажешь? Не заставляй меня ждать. Чего хочешь? Ишерадо, у тебя прозрение. У тебя прозрение. Надо его добивать. Не заставляй меня ждать. Говори быстрее. Закельталас. Готов вкалывать. Я устал от праздной болтовни. Нехорошо. Действует. Зло где-то рядом. Закончились ресурсы да. Тут. Не заставляй меня нам ждать. Нужно больше золота. Внизу тоже опасно, ведь это рейнджерка седьмая. Зло где-то рядом. Чего прикажешь? Нам нужно я больше золота. Пожалуй, нужно добить прототайпа. Я устал от праздной болтовни. Чего? Ладно. Нам нужно больше золота. Работа сделана. У тебя прозрение. Приказывай. Не заставляй меня ждать. Ишерадо. А тут Хайн уже. Вот так вот, нельзя зло доверять упырям. Арба хорош появилась. Он еще героев восстанавливает. Зло. Молодец. Как еще раз никнейм Сакса? Все ясно. Покидает. Слава тебе, Господи. Не заставляй меня ждать. Ну что, с кем замачиваться? С Хайном? Еще в лейте у меня очень хорошо все. Да, давайте я лучше Хайна трогать не буду. Денег все равно нет. Я устал. Пойду на пауэру флаком. На его базу вот сюда. Зло где-то рядом. Возьму сейчас пару предметов. Я устал от праздной болтовни. Что прикажешь? Здесь чего надо бы добавить. Этого не завершено. Хорошо. Вышки. Арбу как минимум надо взять. Ой-ой. Что прикажешь? Арба Таурену. Шикарно. А, и Кекс сливает. А вот это уже хуже. Это значит, что с Кексом рядышком есть более опасный человек. Причем это не Димка 6 и Рейнджика 3, а кто-то еще. Ну, на Хайна я не хочу идти. Бой. Давайте посмотрим, кто убил. А, там Хуман какой-то. Кто это? Power... Не, это он. Это Power of Luck. Зло
Где-то у нас вполне подходящий подневольный мид. Ждем. У тебя прозрение? Да, вождь. Говори быстрее. Я работу сделал. Работа где-то рядом. Что приказали? Я устал от праздной болтовни. Требуется моя помощь. И шерпёв. Куда приехал? Не заставляй меня ждать. Я устал от праздной болтовни. Да. Не заставляй меня ждать. Чем могу и помочь? И шерпё. Приказывай тебя. Го-го-го-го, быстро. Наша задача очень быстро его попытаться убить. Очень быстро его надо попытаться добить. Я устал. Я не знаю, где он. Ага, здесь. Чем могу помочь? Что на этот раз? Не заставляй меня. Приказывай. Зло. Что? Где-то рядом. Сожгу. Да. Дотла. Будет сделано. Работа ждет. Приказывай. Не заставляй меня ждать. Говори быстрее. Приказание. Как скажешь. Я тебя прозрение. Ну, топаешься куда там. И Шерадо. Да, вождь. Я устал от вроде даже на мейн он телепортировался. Я устал от разной болтовни. Так, давай заливаем так, заливаем так. Зло где-то рядом. Говори быстрее. Я готов. И Шерадо. Чем могу? Не заставляй меня. Он вполне может сейчас да. начать разводить. Ладно. У тебя да, прозрение. На, пожалуйста. Прозрение. Зло где-то рядом. За мой народ. И Шерадо. Что? Не заставляй меня ждать. Требуется моя помощь. Я устал от праздной болтовни. Не заставляй меня ждать. Заходим за телепортом, добавляем рабочих. Рудник почти истощен. Чего тебя прозрение? А шефа Балана. Проверяем центр. Куда пойдем? Не что до того на этот раз? Я устал. Блин. И Шерадо. Чем могу приказывать? Что на этот раз? Жду приказать. Где-то рядом. Не заставляй что? Меня ждать. Что? Говори быстрее. Я устал от праздной болтовни. Болезнь. Да, зло. Но нам нужно... нужен телепорт, друзьям. У тебя прозрение? Приказывай. Да, видите, он сейчас и пойдет разводить меня. Чем могу помочь? Да? Я бы хотел иметь возможность... Зло где-то рядом. Отбиваться. Требуется моя помощь? Жду. И Шерадо. Работать да, сделай, чего хочешь. А он уже на мейне мне. Да. На нашу базу напали. Пока не будет массового телепорта. Не заставляй меня ждать. Враги сгорят в огне. Требуется моя помощь. Что на этот раз? Зло где-то рядом. Что? Я устал от праздной болтовни. Требуется моя помощь. Не заставляй меня ждать. Приказывай, Шерадо. И бежать, 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 бежать к нему. Закупаем два телепорта, побежали. Добываем золото, к Хайну не лезем. Я устал от прототайп пишет ГГ, тут мелкач еще, давайте не будем. Все, и быстро надо его дочищать. Смотреть, где остались базы. Ну, скорее всего... Скорее всего, да, здесь у него базы уже нет. Ну и надо вычищать. Фермы, алтари, производство. Раз за разом он будет терять... Видите, он строит. Говори быстрее. Я устал от красной болтовни. Да. И Шерадо. Олежка, переподписан 55 месяцев. Олежка, спасибо, Олежака.
А ведь он опять идет развлекать меня. Сожгу прозрение. Зло где-то рядом. Враги сгорят в огне. И Шерадо. Чем могу помочь? Так, хорошо. Тебе нужна моя чего помощь? Хочешь? Своеобразная помощь получается. Я устал от праздной болтовни. Зло где-то рядом. Берем шкатулку, ковыряем сюда. Приказаний. Я у тебя готов. Шкатулка пошла. Этими сюда. Ставим базу. Что? Вполне вероятно, он там... Давай, когти. Слушаюсь. Тебе бегает. Бедолага. Странно, что эльф никак на него не реагирует. Я устал. Да, чем могу быть полезен? Проще простого. Эльф же мог. Зло где-то рядом. Приказывай. Эльф же мог. У тебя прозрение? Да. Так, в целом, не так плохо. Потому что Таурен постепенно растет, мы его накачиваем. Приказание. Зло где-то рядом. Превосходный план. Не заставляй меня ждать. У тебя прозрение. И Шерадо. Закей Талас. Рудник я почти истощил. Я устал от праздной болтовни. Зло где-то рядом. Есть, Гэгэ, хорошо. Я устал от праздной болтовни. Так, а вот здесь уже плохо. Не заставляй меня ждать. Блин, какие здесь герои шикарные. Декад, Редлорд. Прозрение. Андофала. Ну, у нас тоже неплохие, чё я прибедняюсь. Архмага надо закупить. Ареникус Хайн. Штаны удачи, мелкач. Народу прилично. У тебя прозрение. В целом у него-то армия такая себе. Да, ждать. Что прикажешь? Да. Я устал от праздной болтовни. У тебя прозрение. Чем могу говори быстрее. Быть полезен? Не заставляй жду меня ждать. Приказаний. Требуется моя помощь? Что ага. На этот раз? Чем могу помочь? Ага. Жду не дождусь. О, уже такой Турин вырисовывается. Я устал. Сейчас внимательно, друзья. Надо понять, что у нас за враги и где. Шерадо. Разбегаюсь по разным направлениям, делаем там шипы какие-нибудь. Здесь, кстати, надо... Чего хочешь? Зло я готов. Где-то ага. Рядом. Чем могу служить? Хороший на выбор. Нас напали! Не заставляй работу, меня чем ждать. Могу помочь? Ну что, будем на него лезть? Не будем? Довольно много. Чем могу служить? Зло где-то рядом. Приказывай. Асефа Балана. Я слышал зоб. Там Димка шестой. Тебе нужна моя могу помощь. На нас напали! Я устал от праздной болтовни. Чего ты хочешь? И Шерадо. Меня пугает и Инфернал, и Демон Хантер со сплэшем. Да. И Шерадо. Жду приказаний. Чем могу помочь? Знахаря вызываем. Что? Да, боже. У тебя прозрение. Что мне с ним делать? Ну, пока центральная база вот этого не качается, ничего критичного не происходит. Я устал от праздной болтовни. Но то, что он хочет... Я устал от праздной болтовни. Превосходный план. Зло. Это 100%. Приказаний. И виспы здесь. Готовы ли мы врываться? Вообще не готовы. Меня ждать. Чего надо, хозяин? И Шерадо. Что? Таурен готов, остальные не очень.
Да, вождь. У тебя. Ладно, погнали. Чем могу помочь? Нас напали! Чем могу болеть? А вот инфернал. Два инфернала. Я же это мой. Капец, как же тебя много. У меня ультимейт только откатился. Хорошо. Говори быстрее. Где-то рядом. В целом меня все устраивает. Я устал от праздной болтовни. Чем быть болезнен? И Шерадон. У тебя прозрение. У него, скорее всего, добычи нормальной нет. Не заставляй меня ждать. Чем могу помочь? Требуется моя помощь. Где-то рядом. Говори быстрее. Зло. Да, где-то вождь. Рядом. Жду. Отомсти за Зоушина. Я устал от праздной болтовни. Андофала. Чем могу помочь? Я готов. И Шерадон. Жду. Не заставляй меня ждать. Отомсти тебя за Зоушина. Не, я не могу это еще сделать. Я устал. О, это плохо. Чего хочешь? И Шерадо. Проще простого. Приказывай, достаточно слушай. Требуется моя помощь? Будем, не будем. Не, не можем. У тебя прозрение? Да, вождь. Да. Зло где-то рядом. Говори быстрее. Чем могу помочь? Я устал от праздной болтовни. И так. Не заставляй меня ждать. Да, вождь. И Шерадо. Да. У тебя прозрение? Так. Я устал от праздной болтовни. Приказание. Приказывай. Где-то рядом. Чем могу помочь? Не заставляй меня ждать. Понял? Да. Приступаю. Не заставляй меня ждать. Я готов. Я устал от праздной болтовни. Приказывай. Как же не хочу лезть туда. Зло где-то рядом. Приказывай. У тебя прозрение. Что? Приказывай. У тебя прозрение. Что на это? Чем могу помочь? За наших предков. Я устал от праздной болтовни. Чем могу помочь? Что? Что? Требуется моя помощь. Зло где-то рядом. Чем могу помочь? Чего прикажешь? Остинь его. Не заставляй меня ждать.
Угу. Приказаний. Ишерадо. Да, вождь. Ареникс пишет: ГГ, то есть получается Хайн у нас остается. Я устал. Приказывай болтовни. Да. Отомстим за Золджена. Зло. Минус базом. Жду приказаний. Ареник сливает штаны, мелкач. Ага. Штаны и Хайн остается. У тебя прозрение? Причем Хайн снизу. Что? Где-то рядом. Говори быстрее. За мой народ. Чем могу быть полезен? Счет на корону королей. Я устал от праздника. Вызывали? Чем могу помочь? Не заставляй меня ждать. Асефа полна. У тебя прозрение? Зло где-то рядом. Я устал от праздной болтовни. Так, ну что, кто тут опаснее получается? Потому что эльф вроде как уже не представляет серьезной угрозы. Зло где-то рядом. Я устал от праздной болтовни. Еще одна корона королей. Говори быстрее. Говорю. Ишерадо. Торин, конечно, вообще прекрасный. Что на этот раз? Не заставляй меня ждать. Я готов. Не заставляй меня ждать. Открывать второй фронт, пытаться Хайна убивать сейчас. От праздной болтовни. Довольно рискованно, на самом деле. Чего надо, хозяин? Я бы немножечко сейчас... Хорошо. Поставил вот так вот вышек. Ну так, чисто что мы. Требуется моя где-то рядом. Приказывай. Ну, эльфы искать, видимо. Хайн у нас под боком, но там с ним более-менее все понятно. Он не агрессивничает. Я устал от праздной болтовни. Да. У тебя прозрение. Здесь штаны. Зло где-то рядом. Чем могу полезен? Ну, штаны уже все собрали, да? Нет, еще 2000. Да, не заставляй меня. То есть он мог отстроиться. А вот Хайн. У Хайна, кстати, алхимик не шестой. Могу помочь. Будет сделано. Будет. Разбегаюсь. Ишерадо. Ой, ну ясно. Я устал от праздной болтовни. Вашу базу напали! Чем могу помочь? Не заставляй меня ждать. Работа сделана! Не заставляй меня ждать. Я устал от праздной болтовни. У тебя прозрение? Да, неплохо. Зло где-то рядом. Он тут... Да будет так. Немножечко потратился. Ишерадо. Говори быстрее. Я устал от праздной болтовни. Да, вождь, будет сделано. Хороший выбор. Не заставляй меня ждать. Чего хочешь? С удовольствием. Сделаю. Зло. Где-то расставляем варды. Дому приказание. Ага. Чего тебе прозрение? Все, что пожелаешь. Тебе нужна помощь. Не заставляй что? Меня да, ждать. Скажешь. Зло да, где-то рядом. Могу быть я устал от праздной болтовни. Я готов. Требуется моя помощь. У тебя прозрение на этот раз. Жду приказания. Проще что? Требуется моя помощь. Я готов. Я устал от праздной болтовни. Приказывай, я приказываю.
где-то рядом. Я могу служить тебя прозрением. Да, и достаточно много. Не заставляй меня ждать. Жду. Еще долго. Если вы ничего не потеряли, молодцы, идем дальше. Так, и штаны ливнули, да? Остается только Хайн. Что мы будем делать? Что мы будем делать с Хайном? Против разводов у нас есть массовый телепорт. Наша задача понять, где у него находится... Где-то рядом. Да, вот работа сделана. Говори быстрее. Не заставляй меня ждать. И Шерадо. Где его база находится? Меня ждать. Я устал от праздной. Я бы добавил еще, да, я не знаю, что добавить. Второго Кадоя. Шерадо. Я готов. Я. У тебя прозрение. Полезен. Да будет да. Так. Чего прикажешь? Жду приказания. Ну и надо выходить из лимита, я полагаю. Потому что пора. Он чего? Финдов, кстати, играет. Это хороший знак. Рядом. У тебя да, прозрение? Не заставляй да. меня ждать. Что прикажешь? Знаешь, что приказ. Да, блин, как неудобно. От праздной болтовни. Да, еще одна корона королей. И Шерадо. За наших предков. Я устал. Уверен, что он тоже выходит сейчас из лимита. Не заставляй меня. Да, давайте больше. Попробуем посражаться с ним немножко. Да. Нас ничего не обязывает, прям... Андофала. Жду. Чем могу помочь? Да, как скажешь. Отомстим за Золшина. Нашу базу ага. Напали. Некросы. У тебя прозрение. Некросы, это неприятно. Я устал от праздной болтовни. Полезен. Зло. Да, где-то рядом. Будет сделано. Не заставляй меня ждать. Я готов. А славу оставь. Что? Чем могу помочь? Выше родного. Да, дай. В целом все очень хорошо, много экспы. Таурен против конкретно такого микса подходит очень хорошо. Да. Да. Чего хочешь? Это... Я бы поставил базы в ключевых местах, отправил бы рабочих куда-то сюда. Не заставляй да, меня ждать. Пошел бы дальше по лимиту. Тут как раз лучший лимит. Знаете, вот и Феникс, и Флеймстрайк, и Близзард. Как раз против такой вот штуки. Против какой-то массы врагов. А, вот оно что, Михалыч. Я думаю, где точка сбора? Чем могу помочь? Я устал от праздной болтовни. На этот раз. Чем могу помочь? У тебя прозрение? И Шерадо. Не заставляй меня ждать. Куда пойдем? Да. Зло где-то рядом. Ну, вот снова здесь. У тебя прозрение. Я устал от праздной болтовни. Ничего мы не потеряли. Пошел массовый телепорт. Чего ты хочешь? Ещё требуется моя помощь? Зло. Говори быстрее. Да,
Ждем следующего отката. Да. У тебя прозрение. Чем могу хороший выбор? Не заставляй меня ждать. Чего? Чего надо, хозяин? Приказывай. Я устал от праздника. Что на этот раз? Чего хочешь? Работа сделана. С удовольствием. Зло где-то рядом. И Шерадо. Да. У тебя прозрение? Да. Да. Чем могу помочь? Не заставляй меня Чем ждать. Могу помочь? Я устал. То есть добыча у него нормальная, нет? Не заставляй меня ждать. Он продолжает делать некроса. Не знаю, зачем, если честно. Требуется моя помощь? Ладно. И Шерадо. Да, у тебя прозрение. С добычей у него будут проблемы. Проще. Ну, уже проблема. Я устал от праздника. Ну, давай поближе, наверное, подведем кого-нибудь из... Тролли. Ага, вижу, Шайда там у него стоит. Что на этот раз? Чем могу помочь? Будет сделано. Я устал от праздновать. Приказывай. У тебя прозрение? Хороший выбор. У тебя прозрение? Говори быстрее. Приказать. Приказывай. Я готов. Куда пойдем? Не заставляй меня ждать. Ну, то есть тут нет особо потерь. Идем уже к нему на мейн. Куда пойдем? Чем могу помочь? Где-то рядом. Что на этот раз? Ну, он снова, видимо, идет в размен. Мы, кстати, вполне можем. А, нет, он не размен идет. Это Урен, друзья. Попробуй его убивай. Бомба героя, да. ГГ. Начало было не очень хорошее, а вот потом... То есть у него фактически правильный очень выбор был. Ну, Архмаг Андеда — это некросы. Это некросы. Ну, то есть тебе нужно как бы в кастеров каких-то играть. Андедовские кастеры — это... О, Вермайн, смотрите, нам передает пламенный привет. Привет, Овермайн. Узнаю вебку. Logitech — это 920-е. Всем добрый вечер, друзья. Давайте сыграем Ластецкую. Вроде время есть для этого. Главное, чтобы в третий раз орки не попались. 910-е. Ну вот я их... Они очень похожи по форме. Может, 910-е, да, 910-е, наверное. 920-е какая-то более угловатая, что ли. Более толстая такая. Ну, действительно, герои очень хорошие. Таурен решает очень большое количество проблем. У тебя, по сути, два интовика. Ну, два там мага. А вся армия рейнджовая. И один Таурен тащит все танкование, весь контроль по земле. То есть он просто с даггером врывается, делает стомп и все. Как бы почти все равно, сколько там народу. Скажи, плюс, что... Да уже поздновато, Даник. Да и тем более, кстати. А давайте, может, сыграем восьмером с чатом на карте турнирной. Ну, потому что медленно набираем уже последнюю группу игроков. Гоу пересоздам.
Сегодня мы начали как раз с этих самых карт АТРовских. И похоже... Хочется на 8 человек, а не на 6. Давайте Market Square еще разок сыграем. Весьма специфичная. Ай-яй-яй-яй-яй. По привычке, как обычно, создал без апсов. Соответственно, мне не будет нормальной возможности игроков ставить. Уже хороший состав. Возможно, Виктора Зорина и Резара заменить, если будут там прям жестче люди. Хотя Резар сам ливнул. Прототайп его место занял. Не, в целом хорошо. Довольно хороший состав. Такой. Погнали. Готовы? Погнали. Все, сейчас у нас будут скрыты никнеймы. Возможен чат. То есть, пожалуйста, можно общаться внутри игры. И здесь, с одной стороны, конкуренция, ну, и число игроков меньше, но скилл в среднем выше людей, чем предыдущие там мини-рагнароки. О, ну зато эльфы. У-у-у! Шикарно. Сегодня ж не было эльфов, правильно? Правильно. Вот, отлично. Самое время. Кстати, кто знает, на этом маркете можно ставить дерево на экспанде или нет? То есть вот крепится на экспе можно? Сорвутся они или не сорвутся? Вроде достаточно близко, кажется, сорвутся. Ограничение как раз в час стоит. Эмадга, привет. Общаемся. Подхватили, пацаны. Первое и самое главное на маркете, это, конечно, кто твой сосед. Во что он играет, что он делает, как его убивать. Второй момент, где ставить... Здесь точно не поставить дерево. Где ставить второе дерево и стоит ли его ставить вообще? Проверю-ка я заодно. Ой, подожди. Я же должен был... Здание готово. Должен был виспа бахать. Забыл. Мне кажется, сорвутся они. Хотя далековато, я может, готова. Нет? А, отлично. Приказ поняла. Слишком просто. Поняла она. Да воцарись. Дредлорд. Что на этот Дредлорд раз? С лучницами не очень сочетается, но в целом что герой мега полезный для ФФ-шечки. Смертное создание. Хорошо. Я готов. Нужно больше я лунных колодцев. Наши воины вступили в бой. Что вампиризм на гипогрифов здание хорошо заходит. Голоден. На медведей. Тебе нужно смертное создание. Приветствую. Что на этот раз? Умри. Таков и был мой план. Наши воины вступили. И, конечно же, надо было проверить расу нашего соседа. Приветствую. Что тебе нужно? Ну и потихонечку, видимо, создание. Я голоден. Укажи мне путь. Смерть выходить. Что на этот раз? И крепить. Ты я так готов. Думаешь? Приветствую. Так, здесь орк. Что тебе нужно?
смертное создание. Корк. Что на этот раз? Покажи мне путь. Я голоден. Я готов. Твой ход. Что на этот раз? Ну, требует мира. Приказ точнее, поняла. Предлагает установить перемирие. Хорошо. Что тебе нужно, смертное создание? Жду приказа. Я голоден. Я только зам. Я голоден. Ты так думаешь? Приветствую. Я твой голоден. Здесь я установлю. Я голоден. Эти дерево как помогает. Ждет. И точку закрепили. Согласен. Укажи мне путь. И заодно. Что на этот раз? Что тебе нужно? Защиту придумали. Смертное создание. Так, далее. Тебе нужно, здание готово. Что мы будем делать дальше? Приветствую. Кого крепить как? Я голоден. Что на этот раз? По левой стороне. Я что? Жду голоден. Приказа. Давай так. Умри. Приказ поняла. Хорошо. Твой ход. Пощады не будет. Что на этот раз? Приказ поняла. Не проблем. Ни слова больше. Что я тебе жду нужно, приказа. Смертное создание? Да, больно. Приветствую. Ну, конечно. Укажи мне путь. Хорошо. Приветствую. Больно, таков причем всем. И был мой план. И Дредлордов, и Арчан. Что на этот раз? Я готова. Согласен. Хорошо. Укажи мне путь. Слишком просто. Что тебе нужно, смертное создание? Приказ поняла. Ни слова твой больше. Твой ход. Я голоден. Что жду тебе приказа. Нужно, смертное приказ создание? Приказ поняла. Смерть твой ждет. Ход. Я голоден. Приветствую. Что вопрос, могу ли я быстренько центр закрепить? Ты так укажи думаешь? Не проблема. Укажи я мне готов. Что тебе нужно, смертное создание? Жду приказа. Не тут проблем. Явно надо как-то выстраиваться. Приветствую. Дредлордом танковать. Таков и был мой план. Ни слова больше. Слишком просто. Нужно больше лунных колонн. Приказ раз. Здание готово. Жду приказа. Здание хорошо. Готово. И там морг. Здание и готово. Против форка нет особо смысла играть быстрых гиппосов. Один выстрел. Один. Приветствую. Стреляю. Так что давайте сразу. Ай-яй-яй. Забыл. Что тебе нужно? Смертное а, создание. Это Дредлорд тоже. Я голоден. Приказ поняла. Умри. Жду приказа. Исследование завершено. Что на этот раз? Что твой на ход. Этот раз? Ни слова больше. Я голоден. Жду приказа. Приветствую. Ты так думаешь? Таков и приказ был мой поняла. План. Твой ход. Смерть ждет. Жду приказа. Слишком просто. Что тебе нужно? Твой ход. Смертное создание. Приказ поняла. Здание готово. Что укажи на этот мне раз? Согласен. Твой ход. Вижу цель. Я голоден. Хорошо. Приказ поняла. Хорошо. Жду что приказа. Тебе нужно? Смертное создание. Так, то есть здесь у нас получается. Здесь строить приветствую. Нельзя. Приветствую. Укажи мне путь. Приказ поняла. Приветствую. Я голоден. Жду приказа. Что тебе нужно, смертное создание? Берем второго героя.
Что на этот раз? Я много потерял арчей, штук 5 в крипинге. Но в целом прокрепились неплохо. Стоил он того или нет. Зато мы сможем к первым медведям неплохо дредлорда подготовиться. О-о-о! А Рейникуса быстро убили. Ничего по себе. Жду приказа. Голоден. Такие вот серьезные люди здесь играют. Что тебе нужно? Приказ понял. Смертное создание. Может быть, даже соло дредлорд был бы более правильным выбором. Ну, быстрее что пятый, быстрее шестой. Раз. Хотя бы на добивание соседа, но... Уже улучшение поздноватым. Приветствую. Твой ход. Что на этот раз? Что тебе? Смотрим на второго героя. Жук, очень хороший герой. Нету. Еще бы деку третьим сюда голоден. Получить. Можно в целом что даже до первых медведей идти к нему. Почему? Потому что у нас есть вар, мы видели, что у него берсов пока не было. Требуется больше древесины. Ну, типа там МПЛ, сварм, уже можно подпушивать его. Требуется больше. Что на этот раз? Я голоден. Да, пожалуйста. Жду приказа. Я голоден. Исследование завершено. Исследование завершено. Жду приказа. Нужно больше лунных колодцев. Здание готово. Я голоден. Твой ход. Слишком готово. Приветствую. Укажи мне путь. Что тебе нужно, смертное создание? Блин, там... Что на самом деле... Я услышал, заблудился. Приказ понял. Я голоден. Укажи мне путь. Что тебе нужно, смертное создание? Жду приказа. Приветствую. Я служу. Жду приказа. Хорошо. Афганистрия. Что на этот раз? Твой ход. Что на этот раз? Я нанести удар. А вот то, что я не взял. Понятно. Что тебе нужно? Смертное создание. Я не сплю. Я не сплю. Исследование совершено. Приветствую. Как мне нанести удар? А ну, дурак, уйди во мне, зверя. Я голоден. Приветствую. Что тебе нужно? Надо идти. Создание. Что на этот раз? Так надо идти. В целом, хорошо, что мы разменяли арчей хотя бы как-то на... Голоден. Что на этот раз? Как мне нанести удар? Что тебе нужно? Красиво. Приветствую. Хорошо. Приветствую. Запас маны. Что на этот раз? Уходит. Согласен. Смерть ждет. Не буди по мне. Я голоден. Недостаточно золота. Я голоден. Что тебе нужно, смертное создание? Я голоден. Уходит. Приветствую. Как мне нанести удар? У нас мало времени. А ну, дурак. Я не сплю. Я не сплю. Уже что тебе нужно? Смертное создание. Что на этот раз? Что тебе нужно? Смертное создание. Я голоден. Так, хорошо. Что на этот раз? Ты так думаешь? Не буди во мне, зверя. Я услышал зов. У нас мало времени. Приветствую. Как мне нанести удар? Как мне нанести удар? Что тебе нужно, смертное создание? Не буди создание. Во мне, зверя. Я не сплю. Нужно больше пробовать. Что на этот раз? Приветствую. Что тебе нужно,
Смертное создание. Я превзойти. Согласен. Ты так думаешь? Я не сплю. Умри. Я нанести удар. Победа близка. Приветствую. Давай. Пытаемся добить. Что на этот раз? Что тебе нужно? Смертное создание. Как я люблю природу. Приветствую. Что на этот раз? Так, ГГ, пишет он. Все, не делаем больше. Время уходит. Смерть ждет. Хорошо. Мою силу. Не делаем больше медведя, этого вполне хватит. Ставим базу здесь у него. Как я люблю природу. Да, заказываем грейды. Что на этот раз? О чем шумят деревья? Восстанавливаем ману. Смертное создание. Ай, не то сделал. Приветствую. Так, теперь, кроме базы, я бы заказал третьего героя. Дальше пошел бы сюда куда-нибудь. Я голоден. А, подумал об антиэйре, потому что кто-то может рашить каких-нибудь химер, например. И это будет неприятный сюрприз. Ну или вермов там. Надо сделать разведку на соседей, типа вот сюда сбегать. И вот сюда сбегать. Что тебе нужно? А товарищ мне пойти крепиться. Нет, не надо. Все делаем улучшение. Что на этот раз? Ага. Хорошо, что у него здесь был. Исследование завершено. Приветствую. Исследование завершено. Наши воины вступили в бой. Что случилось в наших лесах? Мистик Гоблин, 4-2. Что на этот раз? Что тебе нужно? Ай, Демон Хантер. Третьим героем. Весьма неплохие герои. Я голоден. Наши воины вступили в бой. Здесь эльф. Я оставляю слишком много следов. Ага. Мы должны действовать. Что тебе здание нужно? Готово. Смертное я создание. Только ледяному трону. Быстрее. Что на этот раз? Ты так думаешь? Не буди во мне зверя. Делаем гиппосов. Ставим базу раз, ставим базу два. Сейчас пока затихаем. Жук и Димка крепятся. Крови. Исследование завершено. Продолжаем делать грейды. Что тебе нужно? Несмертное создание. Мою силу. Что на этот раз? Зайти. Давай до магазина. Таков и был мой план. Конечно. Что произошло? Гиппогрифы с дредлордом. Шикарный юнит. О чем шумят деревья? Исследование готово. Так, пошли дозаказывать виспов. Что на этот Power раз? Пауэр флаг ливнул. Я голоден. Время пришло. Много медведей, надо как-то их разменять по-хитрому. Что тебе нужно? Быстрее. Смертное создание. О чем мы должны делать? Как мне их разменять? Что произошло? Приветствую. С кем-то открывать... Ну, начинать сражение. Что тебе нужно? Свеженькие трупы. Так, давай что ботиночки раз. Раз. Ботиночки два. Что на этот раз? Что случилось в наших лесах? Кажись, я перестроил виспов на лес. Что тебе произошло? Нужно? Давайте попробуем с эльфом посражаться. У него не такая уж серьезная защита. Либо спровоцировать, показать ему... Здание готово. Есть какое-то ограниченное... Наверняка же он здесь занял базу, правильно? Здание готово. Да. Нет. Что на произошло? Этот раз? Ну... Когда мы прям занимаем этот что угол. Что тебе нужно, смертное создание? Исследование завершено. Попутно доделываем улучшение. Виспа не хватает. Что тебе нужно, наши воины смертное создание? Приветствую. Что случилось что в наших лесах? Давайте тогда на этом месте попробуем навязать ему сражение. Недостаточно я золота. Голоден. Да.
Что произошло? Что мне ему показать? Мне надо ему показать Демон Хантером и медведей с дриадой, чтобы он поверил. Жука Дредлорд, пока иду таким. Значит, чтобы он телепортировался. Здание готово. Защищает свой экспанд. Недооценив армию. Но похоже, он не собирается. Да и нычка только-только была поставлена. Такой хитрый план. Что на этот раз? Ладно, давай на мейн тогда. На мейне уже нечего, нет смысла прятаться, правильно? Смертное создание. Исследование завершено. Что случилось в наших лесах? Приветствую. Медведи какие-то телепорт пошел. На этот раз. Исследование завершено. Очень хорошо здесь можно сражаться. Что на этот раз? Я предлагаю действовать. Я голоден. Я голоден. Быстрее. Время приветствую. Что я тебя жду? Красиво. Смертное создание. Сейчас же усилю. Что на этот раз? Куда слава приму? Что на этот раз? Жаждет крови. Приветствую. Мы должны действовать. Я не сплю. Что тебе нужно, смертное создание? Я служу. Только не донести. Ай. Пожадничал. Приказывай. Мой клинок жаждет крови. Уходит. Я услышал зов. Наши воины вступили в бой. У нас мало времени. Уже в пути. Говори быстрее. Закрыл дом. Исследование завершено. Мы должны действовать. Не превзойти. Так. Наконец-то. Быстрее, только ледяного дрова. Время пришло. Я не сплю. Приказывай. Я служу. Мой клинок жаждет крови. Забвение ждет. Время пришло. Ой, дриада, как... Как нельзя, кстати. Я займусь этим. Просвети меня. Что случилось в наших лесах? Мы должны действовать. Я взойти. Я стрелял. Да, блин. Что произошло? Охотно. Отряды моего копья. Мой клинок жаждет крови. Что-то контролируют они слишком, слишком жестко. Приказывай. Наш герой пал в бою. Здесь строить нельзя. Я служу только ледяному дрону. Несомненно. Время будет улетел. Во славу нерубов. Нет. Рубов смерть носит. Ой, какой же ты кривой, Миш. Согласен. Согласен. В наших лесах. Ну ты ж кто так играет вообще? Что тебе нужно, смертное создание? Героев не восстановил, ничего ты не проконтролировал, блин. Где там химера? Я прилетел. Что на этот раз? Ветра. Я голоден. С миллионом талонов пойду. Что на этот раз? Ладно, у него экономика не очень хорошая. Повезло. Что тебе нужно,
смертное создание. Приветствую. Я готов. За моих не братьев. Не буди во мне, зверят. А ну, дурак, мне нанести удар. Я голоден. Здание готово. Исследование завершено. Приветствую. Хорошо. Что на этот раз? Наши воины вступили. Да, да, да. Смертное создание. Что на этот раз? Таков и был мой план. Приветствую. Согласен. Мне нанести удар. Я голоден. Мало времени. Что это? Смертное создание. Что там, жук? Что на этот раз? Приветствую. Где химерница старая? Здание готово. Я голоден. Недостаточно маны. Блин, маны нет. Смертное создание. А вот и есть. Ты так думаешь? Приветствую. Согласен. Я прошу. Таков и был мой план. Здание готово. Что тебе нужно? Смертное создание. Исследование завершено. Хорошо. Мою силу. Наши воины вступили в бой. Ты так думаешь? Согласен. Я еле ушел. Что на этот раз? Я услышал зов. Что тебе нужно? Я кривой. Смертное создание. Ну все, пора. Исследование завершено. Пора на покой. Сейчас добьем мы его, конечно же. Я голоден. Но сколько времени мне понадобилось для того, чтобы... Что на этот раз? К этому прийти. Что тебе нужно, смертное сейчас. Создание? Я не сплю. И не попал. Голоден. Базы у него нет, это хорошо. Инфернала я забыл. Хорошо. Говори. Что тебе нужно, смертное создание? Я голоден. Димку дождем? Не, не будем ждать Димку. Хватит. Что на этот раз? Сейчас первыми химерами надо просто его... Хорошо. Надо его убить. Приветствую. Я служу. Что тебе нужно, смертное создание? Я услышал зов. Не буди во мне силу. Не превзойти. Я голоден. Говори. Что на это разрушу? Все живое не смерть. Приветствую. Что на этот раз? Что тебе нужно, смертное создание? Я голоден. Я услышал зов. Время пришло. Я голоден. У нас мало времени. Приветствую. Что тебе нужно, смертное создание? Приветствую. Что на этот раз? Я голоден. Мы должны действовать. Что на этот раз? Донека. Я голоден. Справились. Но кое-как. Смертное создание. Не уверенно, долго. И так нельзя. Давай попробуем укрепить немножко мэй. Надо было, наверное, заранее это делать, думать о том, как его защищать. Что тебе нужно, смертное создание? Они вот таким образом. Наши воины. Что на этот раз? Улучшение Red 777 героя. И 4 базы. Нифига себе, там вместе гоблин 11. А, это Undead. Что на этот раз? Плохо. Куда спало времени? Что тут поделать?
Здесь строить нельзя. Приветствую. Но моя задача все равно сейчас сначала добить эльфа, соседа. Что тебе нужно, смертное создание? Я не сплю. Конечно. Что тебе нужно? Он, скорее всего, здесь отстраивается, да. Я голоден. Приветствую. А уж потом смотреть... по дальнему врагу. Приветствую. Таков и был мой план. Что тебе нужно, смертное создание? Быстрее. Исследование ждет. Согласен. Наши воины вступили в бой. Аккуратненько. Здание готово. Там ТЦ 7 красного. Он убивает мою последнюю базу. Здесь можно попробовать будет. Главное не выпустить последних героев. Ну, против того арена у нас есть Димка, во-первых. Смертное создание. Я услышал зов. Приветствую. В целом все ок. Базу добываем раз. Смертное создание. Сюда базу два. Приветствую. Стафов не хватает. Что на этот раз? Я голоден. Ищем, где остатки эльфа. Мы желательно закупиться в магазине. Здание готово. Так, этот ливнул, к сожалению. Виктор Зорин. Здание готово. Приказывай. Наш рудник наши истощен. Воины вступили в бой. Время пришло. Что на этот раз? Я голоден. Хм. Так, здесь нельзя сделать. Здесь теоретически можно. Что тебе нужно? И где же эльф? Наши воины вступили в бой. Что тебе нужно, смертное создание? Я голоден. Приветствую. Хорошая база, раз. Что на этот раз? А где здесь можно затариться? Хорошо. Кто остался? Friendly Steel и Mystic. Причем Friendly Steel, видите, пытается восстановиться. Что тебе нужно? А на самом деле смертное мне уже нужно создание. Думать о том, как... как Андеда убивать. Что на этот раз? Для этого сразу телепорт. Надо затариться. Восстанавливаем ману. Мой клинок жаждет крови. Говори. Быстрее. Я голоден. Котик все еще... Вот. Сквернена. Гоблин здесь. Таурен 6 действительно некрасы. Это хуже. Хуже почему? Потому что мне не нужны гиппогрифы. По крайней мере, в таком количестве. Приветствую. Что тебе нужно? Нужно было больше создание. Химерниц я сделать. Я голоден. Мой клинок жаждет крови. Мой план. То есть мы в слип отправляем... Приветствую. Таурена в первую очередь. Что на этот раз? Я голоден. Наша священная роща осквернена. Блин. Что на этот раз? Надо больше химер сделать. Наш рудник истощен. Наши воины вступили в бой. Что тебе нужно, смертное создание? Здание готово. Я голоден. На
Наш рудник почти истощен. Что на этот раз? Приветствую. Хорошо. Что тебе нужно? Восстанавливаем базы. Что на этот раз? А сами идем на него. Что тебе нужно? Смертное создание. Приветствую. Я голоден. В первую очередь, конечно, надо вот эту вот защиту пробить. Я голоден. Что-то его много. Что тебе нужно, смертное создание? Что на этот раз? Давай. Убив алтарь, у нас появится возможность... Наша священная роща осквернена. Здание готово. Ага, он телепортируется. Что тебе нужно, смертное создание? Я голоден. Что на этот раз? Мою силу. Что это я называю смертным созданием? Мы должны действовать. Здание готово. Приветствую. Приказывай. Наша священная роща осквернена. Очень хорошо посражались. Что на этот раз? Время пришло. Должны Наша уходит. Приказывай. Что тебе нужно, смертное создание? Я голоден. Хорошо. Здание Нам готов. Телепортируется. Что на этот раз? Ну, а наша задача быстро найти, где он есть. Он пытается гарк выстроить. Учитывая то, что у нас вампиризм, и основное производство находится у него здесь, это будет сделать непросто. Я голоден. Наш рудник истощен. Здание готово. Приветствую. Наши воины вступили в бой. Ага. Что тебе нужно, смертное создание? Что на этот раз? Вроде все ок. Да, заказываю рабочих чисто, чтобы контроль был какой-то за. Что тебе нужно, смертное создание? Приветствую. И он отступает, вижу, что он. Что на этот раз? Что тебе нужно? Наши воины вступили в бой. Ага. Ты база заканчивается. Приветствую. Только ледяного утра. Наша священная роща осквернена. Что тебе нужно, смертное создание? Что на этот раз? Время пришло. Я голоден. Приказывай. Приветствую. Истинно так. Приветствую. Надо прикрывать сейчас. Мой клинок жаждет крови. Я голоден. Говори. Мы должны действовать. На этот раз? Что время тебе пришло. Нужно, смертное Наши создание? Наши воины вступили в бой. Время уходит. Приказывай, что на этот раз? Быстренько закупим телепорт, эльфейцы отстраиваются здесь. Только ледяному трону. Быстрее. Что тебе нужно, смертное создание? Согласен. Приветствую. Я голоден. Так, погнали. Что на этот раз? Погнали, погнали. Здесь надо бы отчинить все. Чуть-чуть не успел досносить у нас. Блин, уже закончилось все. Давай, Инфернал лучше. Приветствую. Что тебе нужно, смертное создание?
Погнали. Голоден. Наши воины вступили в бой. Испы чинят. Услышал зо. Там эльф скоро подключится против меня. Этот пошел разводить. Наши воины вступили в бой. Что тебе нужно? И здесь он. Здание. Ладно, делимся. Я голоден. Здание готово. Ты так думаешь? Я служу. Наши воины вступили в бой. Да, он снова приходит. Что на этот раз? Приветствую. Что тебе нужно, смертное создание? Ага, телепорт, хорошо. Что тебе нужно, смертное создание? Это норм. Мы должны действовать. Приказывай. Анудор, Анудор. Что на этот раз? Наши воины вступили в бой. Гага, гага. Приветствую. Это был мелкач. Ну и остался, соответственно... А, нет. Это был прототайп. А вот он мелкач. Который досидел. Что тебе нужно, смертное? Хорошо. Наш рубник почти истощен. Что он строил? Что он не строил? Что тебе нужно, смертное создание? Мою силу не превзойти. Я восстанавливаем ману, восстанавливаем. Давай талончиков сделаем немножко. Приветствую. Хотя 5 химер вполне достаточно, думаю, надежнее заказать еще гипосов. Что на этот раз? Что тебе нужно, смертное создание? В целом, да, уже все, скорее всего. Приветствую. Я служу. Герой у него значительно слабее по уровню и по типу. Я прилетел. Голоден. Прости, что тебе нужно, смертное создание? И понятно, где находится последний вар. Не буду дожидаться. Что на этот раз? Но Undead был действительно такой разоженный. Вот все, что... Ага. Нет, не могу я. Наши воины вступили в бой. Он успел все-таки 100 лимита сделать. Я голоден. Это чревато. Варианты? Что тебе нужно? Варианты. Ну, я все равно оставлю. Что на этот раз? Я голоден. Что на этот раз? Хорошо. Что тебе нужно, смертное создание? Приветствую. У него вряд ли экономика лучше моей. Так что давайте достроим. У него, правда, личи есть. Что тебе нужно, смертное создание? Я услышал зов. Какая-то армия несерьезная. Что на этот раз? Я голоден. Что по свиткам? А ничего у него нет. Погнали. Приветствую. Я голоден. Приветствую. Будь я проклят. Что на этот раз? Мою силу. Мы должны действовать. Наш рудник истощен. Что тебе нужно? Смертное создание. Наши воины вступили в бой. Что тебе нужно? Смертное создание.
этот жаждет крови. Да вроде. Приветствую. Никого не потеряли особо. Что тебе нужно, смертное создание? Мы должны действовать. Добиваем Лича, это ГГ. Ну хорошо поиграли сегодня в целом. Разные карты потестили. Он в дряд, правда, выходит еще. Время пришло. Наш рудник почти истощен. Мой клинок жаждет. У нас есть, например, Демон Хантер, который просто делает вот так вот. Мы должны действовать. ГГ. Мой план. Что на этот раз? ГГ. Ну что ж, друзья, увидимся с вами завтра вечерком. Спасибо в очередной раз. Я вас благодарю за то, что смотрели трансляцию. Огромное спасибо за видео на YouTube. Целую часть, когда война... Стас Руснак. Да, понимаю. Все, отдыхаем. Хорошего вечера. Продолжайте смотреть трансляции. Наверняка на ГГ еще их много интересных. Гольфман, Мика, Ишью, Овермайнд, 1БММ, Хами, Виктор Зорин, Нафаня, Риздо. В общем, всем.